Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и мы сегодня с тобой продолжаем играть в War Thunder. Ну, а продолжаем кататься на дедушках вот с такими вот девочками, продолжаем кататься вот в аркадных боях. Да, ребят, немножко балуюсь просто в аркадках, просто катаюсь немножечко, вот, прокачиваем Т-44, ну, как бы стараемся прокачать, прокачал вроде бы пушки эти, боеприпасы вроде я прокачал. Теперь улучшенные запчасти надо прокачать, потому что запчастей нет. Потом, наверное, скорость поворота пушки, да, плюс 38%. Вот это, наверное, надо. Да все надо, в принципе, качать. Все надо потихонечку качать. Вот. Поехали в первую каточку. Где здесь, ребят, ехать правильно, я не знаю. Я поеду. Ну, блин, все, этот тигр сраный все перекрыл. Все, все тайминги сбил он мне. Все, ребят. Мы проиграли. Все, мы проиграли. Меня сбил Джонас на своем тигре долбанном все тайминги, понимаете? А я же статист. Я просто смеюсь, ребят, над словом статист. Я просто не понимаю людей, которые здесь набивают стату какую-то. Чего, зачем, для чего? Я что, будет длиннее, что у тебя здоровье будет больше, что у тебя в холодильнике жратвы прибавится, что, зачем она тебе, стата, для чего, не знаю, ребят, честно говоря, я вот даже скажу вам, в War Thunder, в раздел статистики я заходил буквально, наверное, один раз. Печально я его подбрил. Да, я увидел, но поздно. Ага. А где он тут стоит-то? Где-то тут. Где-то он там. Противник близится к победе. Где-то стоит там. Рисковать, наверное, не буду. Я же нубик. Так, да, я знаю, что там танк. Их там двое. А, меня только гуслю вывели. Из строя-то. Огонь! А почему киллтайм такой вот какой-то футуристичный немножко? Вы видели? Какой-то как будто бы... А, у меня нету этих, ребят. У меня же ремкомплекта нет до сих пор на танке, да. Мне плохо. Я не могу до сих пор ничего делать. Кстати говоря, повезло то, что он меня не пробил. Давайте рискнем, что ли, нашим поможем. Как-нибудь. Я могу где-нибудь через верх пролезть? Чтобы его как-то немножко... Ой.
А он там что, все что-то, да, недееспособный, что ли? А, он меня увидел, но поздно, да? Он здесь не пролезет. Да, блин, пушка развернулась не так, как надо. Пушку кинула, ребят, вправо сильнее. Долбанное наведение. Долбанное наведение. Вот оттуда могут сейчас пальнуть. Он прям на меня, да, будет стоять. Вот это мой был шанс, ребят, на самом деле. Да, кинули. Кинули на меня арту. Надеюсь, мы ее переживем. Этот там надымил. Дымят только слабаки. Настоящий пацан уходит лоп-лоп. Этот о нас не подозревает. И хорошо. На карту не смотрит, а вероятнее всего я как-то помечен. Частично хотя бы, но помечен. Ну и пускай не смотрит. А это ты где? Уехал, что ли? Пускай наводит. Пускай что хочет, то и делает. Как он хочет, тот удары наводит. Мне это как-то без разницы. Так, тигра забрали. Нет, не забрали. Мне почему-то показалось, что его забрали. Опа, здесь дырочки хватит? Ну да, конечно, 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 конечно. Конечно. Крысиная норка, ребят. Сладкая небольшая крысиная норка. Наша победа близка. Ну, как сказать близка и как сказать наша. Так, еще один день. Я не знаю, на карту вообще что ли не смотрят. Я же вроде должен быть помечен, нет? Так, вот там кто-то едет. А, блин, долбаная эта хрень. Ребят, просмотрел и сушку-то. Он тормозит долго, разгоняется, он у него рефлекс, ну как это вот, то есть ты тормозишь, а он еще по инерции катится, вот. И вот это вот хреново, ребят. О, минус 2, неплохо. Восемь снарядов. Да стой ты, блин. Ездит он. Так, можно попробовать выйти. Из этой крысиной нычки. Сейчас, только развернемся. Сейчас тот меня там уже, наверное, прицель держит. Едь, кусочек. Кусочек вкусного. Непонятно чего. Есть. Ой, прям быка. А у меня, кстати, быка-то где лежит? У меня в основном сзади, в голове. То есть мне, в принципе... В принципе, нормально.
Забрали? Да, забрали сушку. И сушечку мы забрали. Так, 6 снарядов, ребят. Шесть снарядов. Что я там сделал хоть? 5 киллов нормально. Я на киллы не играю, ребят, а так в удовольствие играю. Если что, я не статист, я не хренист. Просто чтобы приятно поиграть, получить удовольствие от игры. Эх, жалко. Жалко, я бы его забрал сейчас. Ребята, у меня для вас хорошая новость. Хорошая новость заключается в том, что я прокачал ремкомплект. И теперь у меня есть ремкомплект. И мне теперь не надо ждать, пока кто-то меня починит. Я не понимаю, зачем это разработчики сделали. Типа, пока у тебя не вкачан ремкомплект, ты ни черта не можешь. То есть, ну, что за бред? Ты не можешь отремонтироваться. То есть, кто это придумал? Что за Лёша? Тебе надо ждать союзников. Идем на А. Попробуем сейчас немножечко, наверное, покемпиджрить. Хотя навряд ли получится. Но у меня уже ремкомплект есть, меня это уже радует. Будем где-нибудь по низам. Более грамотно. ИС-6. Ё-моё, куда меня закинуло? ИС-6, ребят. Вы только прикиньте. Союзные войска захватили точку. Подождем где-нибудь здесь, наверное. Охренеть, меня каким дядям уже кидает к ИС-6. У меня только ИС-2. И то, Т-44, да ИС-2. Меня уже к ИС-6 кидает. Это, наверное, 7-й БР или какой, 7-6, я не знаю там. Чисто вот ради интереса, давайте посмотрим. 7-7, охренеть, 7-7. 7,7, я, то есть 6,7, а мне к 7,7 кидает. Ну да, единицы, кто-то скажет. Но танки там, блин, разные. Чем мне их, блин, пробивать-то? А что, у нас всех забрали? А, у нас уехали, видимо. У нас, видимо, уехали. У нас, видимо, все за Б пошли бороться. Так, ну он видит меня, да, я вижу его, он видит меня. Все, как бы. Он что, простреливает? Зачем простреливать, я не знаю. Типа прощупывает. Ты и так видишь, что я здесь. По карте. Зачем что-то там прощупываешь? Да бляха ты муха, я застрял. Мое корыто не едет. Так, мы здесь Т-44, ребят. Он там прячется за своим дружком. Я охраняю точку, ребят. Я просто охранником, я устроился на работу, ребят, охранником. Чоповцем. Охраняю точки, ребят. Беру недорого, охраняю точки. Беру недорого, охраняю точки. Он меня увидел.
отступить. Бронебойным готово. Артиллерию зачем-то вызывает тратить. Ну, пускай тратит. Хотя он сейчас очков набьет себе немножко. Т-44 против Т-44. А что наши Б-шку-то не могут захватить? Или они специально не захватывают? А в чем я застрял? Ага. В кольях, ребята, в дровах застрял. Ничего страшного. Ему 50 орлов дали серебряных за поврежденную мою гусеницу. Он стал богаче на 50 баксов. Да, ребят. Он меня пытается выцелить, а я пытаюсь его выцелить. Да блин, да что ж такое-то? Я пытаюсь его НЛД, то есть нижний лист стрельнуть. Не получается. Эти раскачки, эти всякие. Короче, чувак простоял весь бой там, я весь бой здесь простоял. Он там простоял, я здесь. А как-то я никуда не пробил. И он никуда не пробил. Вот это битва. Вот это битва титанов, ребят. Вот это битва титанов, ребят. Вы когда-нибудь такое видели? Да никогда. Ну, может, я там что-то пробью ему, там, ну, типа, там, под башню, типа... Может, он мне что-то пробьет. Ну, слава богу. Мне помогли или это сам? Это я сам, ребят? Или мне... Или мне помогли? Я что-то вот этого не понял. У него, кстати, в сзади тоже была укладка была. Я что-то вот этого не понял. То ли мне помогли, то ли я сам, то ли это чудо случилось. Не выдержал он, понимаете? У него кончились нервы. Ну, у них кончились танки и кончились нервы. Да. Вот такой бой, ребят. Да, такие бои тоже бывают. А что поделать? Простоял, я охранял точку, ребята. Я говорю, я чупальц. Я беру дешево. Сейчас, кстати, он сюда, наверное, полетит мстить мне, ребят. Наверное, так и будет. А я куда еду, я не знаю, ребят. Я на лесоповал. Я на лесоповал. Глушим движок, ждем этого человека, который сейчас полетит на А, чтобы мне отомстить. Он же хочет мне отомстить, правильно? Или нет? Да, вон он, по-моему, едет. Хотя я не видел ника. Но, наверное, вот это он едет. Вон там. Вон. Вон там где-то едет. Наверное, не успеет, да, он не успеет. Да, он едет. Это, по-моему, он, да? Да, это он. Миссия выполнена. Блин. Да, блин, он меня, наверное, увидел, да? Эх. Так, ну что, ребят, на сегодня это последняя каточка. Карточка последняя, пустынька. После зимы надо, ребята, погреться, понимаете? После того, как мы охраняли точку А, мы должны немножко погреться. Все-таки надо. А то можно заболеть. Знаете ли. О, господи. Я вроде не в РБ играю. Че, как все медленно? Че, все как медленно? Это ж не РБ. Это же аркада, это же для нубов. Ты че? Я ж нуб.
За М18 едем. Прикрываем пацана сейчас. Или не прикрываем, или можем вот сюда выехать позицию. А если есть прострел какой-нибудь? Да, прострелы есть. Да, прострелы есть. Ну кто ж мог знать, что он там уже стоит в лупу, смотрит, да? Ну давайте, да. Ты вот знал, что он там уже в лупу смотрит? А я нет. Ну ладно, учтем. Надо было за М18 ехать, он там на Б1 катается. Ему хорошо. Ему хорошо. Слушай, а что как медленно едем? Это же аркада. Тут же должно все быстро быть. Вон там где-то я горю. Вон там. А, его чпокнули тоже. Вот он, да, по-моему. Его тоже чпокнули. Я в этом, в килками, в этом, или как он там называется, не видел. Белокобенивался. Как он близится к победе? Надо точку забирать, ребят. У М18 проблема. У М18 проблема. У нас сейчас тоже будут проблемы, потому что я вылезаю прямо под огонь противника. А, нет, Су-100, вот. Да, вон там он торчит. Да, нашего забрали. А здесь кто-нибудь есть какой-нибудь, вот КВ-85, например? Я бы его, наверное, мог бы... Да, я мог бы забрать, но... Бронебойник готово! Да, но я им просто краску царапаю, а снаряды у меня дорогие. Из золота. С бриллиантами Сваровски я на него тратить не хочу. Слишком, слишком дорого они обходятся. Это против КВшки решил повоевать, не вижу смысла. Нет, он его не забрал, да? Так. Давайте, я не знаю, как-нибудь... Невыгодная у меня позиция. Мне бы вот направо бы, наверное, лучше было бы переползти. Чё, охренели здесь летать? Вы чё здесь летаете? Ой, там прям я на них, да, уползаю. Не очень-то хорошо. Давайте попробуем сдать назад, если у нас получится это. Так, там вот говнюк какой-то приполз. К нашей тэшке. И наша тэшка сдохла. Какая-то командная работа. Что-то взорвалось. Я даже не слышал. Так повезло, что он там жопой вертел. Точнее, башкой, не жопой, башкой. Я его немножко полоскал. Нашему помочь. Он починился?
Все, что ли, победа, что ли? Я себе турбо... турбослив у них. Ну, как бы я не сказал, конечно, тут что турбослив, но... Внимание, воздух! А левую часть мы заняли, аж до их базы там все перекрыли. Пацаны, молодцы, красавчики. Блин. Давайте отойдем, наверное. Поможем нашим там. Хотя нас там бы на самом деле, вот там-то надо почистить было бы. Тут что у нас? А, тут все нормально. Нет, не все нормально. Давай, 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 давай. Эх. Огонь помешал, ребят, просто это. На ВХ плохо работает при огне. Бронебойным готово. Ну все, да, мы их тут поджали. А Т-34 там зажали, нет? Или что? Ну что-то так кисленько, да, так кисленько, ребят. Ну, мы выиграли, это хорошо, но кисленько в том плане, то, что для меня. Что-то тут стрельнул, чуть-чуть там стрельнул. Т-шку что-то забрали, я что-то не видел там. Там пердупа какая-то катается. А, у них там база. Наш с кем-то вступил в неравный... А, вот, 134 он. И вступил в неравный бой. И уничтожил его. Все. Ладно, ребят, увидимся с вами уже в следующей серии. Такая вот серия такая получилась. Такая не очень. Увидимся с тобой в следующей серии. Всем до встречи, всем пока.